Так, что там, Субару застрял? Пойдем посмотрим, как он застрял. Полный привод у меня, субарист парень там. Вот. Субару Форестер. Форик. Вот, что-то там буксует. Так, а дядя Гена... Ой-ой-ой-ой-ой. А дядя Гена идет на Урале, и ему пофигу. Субару там, не Субару. Так. Эх ты. Промеж колеи попал. А он не сел. Ага, не сел, блин. Еще не сел. Еще не сел? Что не так? Что, он куда будет валить? Туда дальше? Ну, наверное, там. Цепляйте за него, он вас вытащит. Да ну нахуй. А что? Сами выйдем. Сами выйдете? Попробуем. Вам бы это, резину... Его резина охуенная. Была бы пошире. Ой, не пошире, а пятаковая такая. Да. А это автострада, да. Слабовато. А так она слабоватенько. Здесь грязь вот. Солонец. Это татарская магия. Татарин наколдовал Гена. И все. И вот... Татарская магия, она сильнее, вот, чем японский автопром. Да? Конечно. Они же коренные жители Сибири, татары-то здесь. Так что... Так, ну а он идет в раскачку, да? Мы же не просто сюда поехали, мы же ездили уже. А-а-а. И не так ездили. Да я что, сомневаюсь что ли? Надо было бы дернуть, мы бы уже подошли, дернули, съебались бы. Ну да. Не ищем легких путей. Это же классно. Ёпка маленько цепляет. Видишь, она здесь ямку просто тонет. Вот. Каша, ёпка. Да, каша, черная глина, да. Thank you.
Получилось! Это же Нива полноприводная японская, блин. Ну да. Я просто хочу АТ-шку уже поставить, чтобы можно было с колеи выбираться. Руль выкрутил, выбирай. Ну да, да, да. А так на такой трассовой резине она лучше Нивы идет. Высота у них в принципе одинаковая. У меня просто загружено. Лот, а, все такое. Утром две Нивы прошло. Потом друг друга таскали. Нет, тут они прошли. Потом идет старый кирпич, этот, Митсубиси. Подъехал, сунулся, сел. Он тяжелый. Я и сколько таких кирпичиков вытаскивал с болота. Поехали, 1,5 тонны. Подключил эти три щетки наперед. Поехал. Ну а там какой-то дедок сидел. Поехали. Ага. Он даже не заморался. Ну а там проедете вы. Я понял. Пошла. Пошла, брашка. Поехали. Так, ну все, ребята. Все. Вот сейчас точно все. Время уже к часу подходит. Степан на меня. Степан на меня потеряла. Ну, я, в принципе, и говорил, я говорю, я сюда поехал на целый день. На целый день. Ладно, тут вот мужики, пацаны укатают это все дело. Закатают, закатают. Начинает сыпать дождик. Дождик. А вот дождя бы нам не хотелось бы. Ну, что, природа разве будет нас спрашивать? Хочется нам, не хочется. Идет и идет. Все. Это здесь. Садимся. Ай-яй-яй-яй-яй.